Всем привет! Я Катерина Черепанова, менеджер туристической компании «Авиафлот». Сегодня хочу вам рассказать про Китай, о популярном направлении острове Хайнань, о его основных особенностях и сезонности. Начнем с сезонности. Когда лучше всего ехать отдыхать на Хайнань? Сезон дождей длится на острове с середины августа до середины сентября. В этот период вероятность тайфуна является самой высокой. Самое благоприятное время для отдыха – это середина сентября до середины декабря и середина февраля до конца июня. Сухо, солнечно, тепло, нет изнуряющей жары. Средняя температура воздуха 26-27 градусов. Вода в море также 26-27 градусов. Самое прохладное время – середина января до середины февраля. Температура воды опускается примерно до 20 градусов, а температура воздуха составляет 22-23 градуса. Период же с июля по сентябрь является самым жарким. Температура воздуха составляет 35-38 градусов. Также хотела бы обратить ваше внимание на период празднования китайского Нового года. Он всегда выпадает на весну. В этот период все 1,5 миллиарда китайцев устремляются на Хайнань отдыхать, поэтому я бы вам не советовала ехать на остров в данный период времени. Еще один плюс отдыха на острове Хайнань – это строгая экологическая политика. На острове нет никаких производств. Практически весь транспорт ездит на электричестве. И также, по заверениям ученых, Хайнань занимает второе место в мире по чистоте воздуха. Остров Хайнань – это место сосредоточения лечебных и санаторных учреждений очень высокого уровня. На острове функционируют свыше 10 сертифицированных центров традиционной китайской медицины. Отдыхающим пациентам на острове предлагают подобранные в индивидуальном порядке методики традиционной китайской медицины. Прежде всего, это акупунктура, лечебная гимнастика, акупрессура, лечение бамбуковыми банками, а также фитотерапия и теплопунктура. Также на острове Хайнань есть несколько уснувших вулканов, которые подарили острову горячие источники с минеральными солями. Температура воды в термальных ваннах от 40 до 50 градусов. Также высокое содержание фтора, кремниевой кислоты и радона особенно благоприятно влияет на кожу и составы. Еще одним несомненным плюсом отдыха на острове Хайнань является упрощенный безвизовый въезд для граждан Российской Федерации. Все туристы въезжают по безвизовому групповому списку. Никакие дополнительные документы для этого оформления не нужны. Но чтобы все не казалось настолько идеальным, для любителей интернета есть один небольшой минус. Поскольку на острове очень много военных баз, то, соответственно, блокируются нежелательные программы, социальные сети, такие как Instagram, WhatsApp, Google, YouTube. Но систему можно обмануть, специально установив на свой смартфон программу VPN Master. Подводя итог, я каждому советую посетить остров Хайнань. Вы точно останетесь довольны. Подписывайтесь на наш канал. Всем хороших путешествий. Пока!